Я видел, где лучник. Ну и где ты? Осторожно, лучник! Что? Ничего? Что, кто-то свистит? Лучше не делай глупости. Смерть пришла! Yeah!
Надеюсь, меня еще не заметили. Моя боль уйдет? Если вселишь в нее страх, попробуй яростно прореветь, как лев. Славно. Ну, беги домой. Ты, видимо, лекарь. Да, я Ликаон. А ты, должно быть, Мисти. Тебе нужна помощь? От пройдох наподобие тебя? Навряд ли, даже если я буду ранен. Боги и медицина бессильны, если у человека нет надежды. Это лучшее лекарство. Ты все продумал. С виду ты силен и готов ко всему. Больным нужна мандрагора. Она растет у ручья, к юго-востоку отсюда. Тебе некогда за ней сходить? Мне боязно. У ручья бродит стая волков. Я щедро заплачу тебе за труд. Ты знаешь, чего хочет наемник. Травы — это все, что тебе нужно? Пока да. Принеси мне травы, и я заверну их для больных. Там посмотрим. Я принесу травы. Ручей к юго-востоку? Да. И к северо-востоку от Кирры. Мандрагор еще не цветет. Листья у нее серо-зеленые. Спасибо. Ха!
Пока он сказал, травы растут у ручья. Я близко. Ликаону нужны эти травы. Только мандрагоры хватит. Можно возвращаться к лекарю. Твои травы. Спасибо. Приготовлю их для больных. Подождешь немного? Ладно. Я размельчил травы, чтобы было проще. Прошу, отнеси их моим больным. Скажешь, что тебя прислал Ликаон. Но я принес тебе больше трав. Я оставил двойную порцию для бабушки. Скоро отдам ей. Ладно, я отнесу остальное. Спасибо. Мои пациенты либо в хоре Дельф, либо рядом. Один у загона для скота на западе. Второй строит дом на северо-востоке. А третий трудится в полях на юге. Приходи, как все раздашь. Я разыщу больных. Ликаон шлет поклон. Обещанное лекарство. Спасибо. Скажи, как он? Здоров? Вид у него обычный. Он постоянно ходит и бормочет что-то себе под нос, будто взволнован. Нужно принести ему сладостей. Думаю, он будет рад. Ликаон прислал тебе лекарства. Спасибо. Я забочусь о зверях, а Ликаон обо мне. Жаль, что о нем никто не заботится. В каком смысле? Он сирота. Его растила бабушка, но звезды отвернулись от нее. Неважно, он славный мальчик. Это точно. От Ликаона. О, спасибо! Какой же он привлекательный! И заботливый! Жаль, что решил не заводить семью. Почему? Говорит, что не хочет обременять своими заботами невинную женщину. Ну, что сказать?
Лучше бы честно признался, что я ему не нравлюсь. Хм, интересно, в чем дело? Я раздал лекарства всем больным. Похоже, твое благополучие заботит многих. Славно. Моя бабушка Проксифея. Ей нужно дать порцию лекарства. Может, ты сходишь со мной к ней домой? Мне пригодится помощь. Да, я хочу знать, что происходит. О, спасибо. Идем, дом бабушки в той стороне. Спасибо за помощь. Чему ты клонишь? Разве не заслуженное наказание? Нечестный человек. Обманывающий и людей, и богов. Ты о Проксифее? Она была пророком. Но тот, кто приходил за советом... Зачем лишь ложь? Твоя бабушка бывший оракул? Да, из храма на холме в Дельфах. Она призналась мне, что не слышала богов, и говорила то, что ей велели. Злые люди со злыми умыслами. Именно. Они разжигали войны. Ее нужно наказать. Я... Ложное пророчество разрушило мою семью. Если это была она, я лично разберусь с ней. Убирайся, Ликаон! Я знаю, чего ты хочешь! Ты только опозоришь нашу семью! Это неправда, Агава! Но Проксифея должна понести наказание! Ты все равно опоздал! Сегодня приходили какие-то чужаки, искали ее. Я привела их сюда, и ее забрали. Разве это справедливо? Не все так просто. Она была старой лгуньей. А теперь беспокоиться нечем. А ты кто такой? Я Алексиос. Я тоже пострадал от лжи Оракула. Возможно, твоей бабушки. Чтобы все уладить, нужно найти ее. Прошу, помоги выяснить, где она. Я поищу. Что мне оставалось делать? Речь шла об убийстве. Этот шанс нельзя было упускать. Все пошло не так, как я рассчитывал. Я за нее в ответе, а не ты. Проксифея бронила браслет в пылу борьбы. Но обычный вор не бросил бы такую ценную вещь. Похоже на контракт. Доставьте груз в условленное место нетронутым. Если речь о бабушке Ликаона, быть может, она жива. Ты не видел тут рядом ничего странного? Но, например, разбойники захватили дом моей сестры. Как это так? Ее прогнали. Лишили дома. У них там лагерь, и они хорошо вооружены. Любопытно. Где этот дом? К западу отсюда. Но этих мерзавцев лучше не злить. Спасибо за совет.
Проксифею забрали в дом к западу отсюда. Похитителям велели не убивать ее. Спасибо, что все выяснил, Алексиус. Я не глуп, Ликаон. Агава подвергла Проксифею риску. А ты спрашивал об убийствах. Хочешь, чтобы я убил ее? Нет. Это мой долг. Я убью ее. Ты не убийца, в отличие от меня. Если она преступница, я накажу ее. Я в ответе за нее. Она не должна страдать. Затем и нужна Мандрагора, чтобы приглушить боль. А пока ты разделаешься с похитителями. Не думаю, что я справлюсь с ними сам. Найдем Проксифею. Спасибо. Нужный нам дом на западе. Встретимся там. Похоже, Проксифею держат в этом доме. Здесь бдительные стражники. Кто-нибудь! На помощь! Теперь тебя ждет.
спасена! Выпишанная! Спасибо, дитя. Нам нужно уходить. А вдруг еще разбойники? Нужно уходить. Светло. Спасибо за помощь, дитя. Не стоит глаз Аполлона. Или ты несла чье-то еще слово? Значит, ты все знаешь. Верно, я всех обманывала. Мне ужасно жаль. Увы, боги не убили меня. Заставили жить с чувством вины. Почему ты лгала? Люди верили! И должна была нести им слово Аполлона! Я не собиралась врать, когда стала оракулом Аполлона. Но от меня потребовали, чтобы я подчинилась. Иначе покарали бы мою семью. Семью? А ты помнишь семью спартанцев? Их младший ребенок должен был умереть. Скорбящую мать с глазами, как у меня. Прости за все, чего ты лишился. Кому это нужно? Кто-то надоумил злодеев похитить тебя. Нет, не спрашивай. Это были те, кто хочет наказать меня. Те, кто управлял мной. Если я скажу, они похоронят тебя живьем. Те, что носят маски и плащи. Культ космоса. Не говори вслух. Ты узнал? Это она разрушила твою семью? Мне стыдно за себя. Я приму наказание. Но не дай внуку стать убийцей. Ликаон славный мальчик-лекарь. Это сломит его. Нет, я за нее в ответе. Так что я сам убью ее. Я убивал и знаю, что у жестокости нет конца. Лучше двигаться дальше и с пользой прожить жизнь, данную богами. Дальше? Проксифея погубила твою семью. Она стара. Убийство из мести не изменит прошлое. К тому же, разве не ты говорила Надежде? Благодарю тебя. Обещаю, впредь я буду творить лишь добро. Ты прав, Алексиус. Я не могу простить свою бабушку, только не сейчас. Но пусть она живет дальше, как и я. Ты поступаешь правильно, Ликаон. Как ты справляешься? Как решить, кому жить, кому нет? А как справляешься ты? Люди вверяют тебе свою жизнь, жаждут ухода и добрых слов. Ты нужен мне, Алексиус. Не надо никого убивать или искать. Останься со мной. Я думаю, ты многое пережил, Ликаон. И в твоей жизни нет места мистии. Иди домой и будь тем, кем и должен быть, лекарем.
Нужно быть осторожным. Что-то нужно? Последователи Ареса приносят к святилищам доспехи и драгоценности. Ты хочешь прибрать к рукам эти дары? Их богатство служит злу. Их святилище зло. Сами боги благословят нас на борьбу с ними. Хочешь, чтобы я убил последователей Ареса? Да. Договорились? Ты не знаешь? Я обо всем позаботился. Плати. Отличная работа. Вот. Возьми. Я довожу дела до конца.
Ты добрый человек. Подашь старику на еду? Тебе нужнее. Вот, возьми. Это щедрый дар. Спасибо. Как твое имя, незнакомец? Алексиос, а твое? Просто нищий. Я прибыл из Персии, чтобы увидеть красоты Греции. Я многое могу, но не в силах вернуть тебе зрение. Я и не прошу. Слепота – ноша, возложенная на меня богами. Я смирился. Что тогда? Смотри за меня. В детстве один афинянин рассказывал мне чудесные истории о Греции. Я снова хочу их услышать. Отправляйся туда, где я мечтал побывать, а потом расскажи мне о своих странствиях. Я плохой рассказчик, но я буду твоими глазами. Верно, я почувствовал в тебе доброту. Старый перс тебе очень благодарен. Пока рано. Какие места ты хотел увидеть? А больше всего я любил истории об Акрокоринфе, статуях Зевса и Афины, бронзовой птице Аркадии и, конечно, о таинственной горе Тайгет. Итак, расскажи мне о статуе Зевса. Этот колосс был готов покарать Кефалинию. Так мне рассказывали. В Греции много статуй Афины. О какой из них идет речь? Для меня только одна. История начиналась так. За холмами нам открылся город, где кипела жизнь, и Афина взирала сверху прямо на нас. Акрокоринф? Дай угадаю. Это в Коринфии. Так и есть. Это самый знаменитый храм Афродиты, вашей богини всех простых радостей жизни. Ты сказал гора Тайгет, верно? Похоже, ты знаешь. Я слыхал о ее аппетите. Говорят, гора питается страданиями спартанцев, поэтому люди приносят ей в жертву собственных детей. Это не совсем так. Что ты помнишь об этой бронзовой птице в Аркадии? Эта птица, сделанная из доспехов, выступает из скалы, взирая на Стимфальское озеро и поля, струящиеся волнами Золотого моря по всей Аркадии. Я смотрел на Кефалинию со статуей Зевса. Скажи, там правда очень красиво? Да, это красивые земли. Статуя Зевса смотрит на белые пляжи и покрытые зеленью горы. Но жители страдают из-за войны. Так мне и рассказывали. Боги благословили землю, но отвернулись от людей. Это жестоко даже для богов мести. Так, я тебе все рассказал. Теперь расскажи о себе. Что привело сюда перса? Персия и Греция словно два разных мира. Когда Греция процветает, в Персии настает темное время. А когда вас терзают внутренние распри... Персии мир? Верно. Мой народ процветал после смерти царя Ксеркса. Все, кроме меня. Меня пытались отравить. Так я и лишился зрения. Я бежал и оказался здесь.
За тебя назначена награда? Это интересно. Было, но теперь уже нет. Итак, расскажи историю, а я расскажу о себе. Я вернусь и все тебе расскажу. Возвращайся после каждого путешествия. Этот папирус такой старый. Мог ли его написать Фемистокл? И достойны 1500 драхм.
Найду укрытие. Это было легко. Я могу убивать тысячами. Пока и не знала бы. Ну, я бы не знаю. Может, это...
Займусь лучником! Ah!
Хоть что-то хорошее сделал. Ugh!
Битва закончится, лишь когда останусь я один.